Я даже... Стоп, у меня же тагаявка. Стоп, тогда. А, я успел там. А что там такое? Я не делал. Кто последний, тот и лох. Это я. Нет. Ее, мама! Привет, детишки, давайте ставим ящики. Не пропускаем, чуваки. Урод, ты какого пидора пропускай? А? Я же даже прочитать не успел. Заверите, полиция, чтобы натравить на противника, тем не дать запьете ее жертву. А, бежим, бежим! Ауи, после вести. Нет, молот будет. Его озвучка. Не бери бари. Костя тут поебина. А, темный жук. Ой, нет, заяц. Плохой. Стоит! Монах! Забью до смерти. Тырят! Тырят! Из-под носа тырят! Я тебя за это молотом захлопаю. Я буду жертвой первой. Оказалось, костет. Я? Чья я жертва? Чёрных зайцев. Ой, нет, жертва гомосексуалиста. Вообще-то не жертва. Нет, сейчас он головой, конечно, гоняется, да? Безусловно. И в жопу. О, золотое яйцо, шику. Да что за мной ты гоняется, а? Ты жертвой объявлен, вот он за тобой гоняется. А как жертву перекинуть из этого? Вроде сам костет только сейчас может. На другого. Как? Надо подойти. У тебя есть какой-то скилл? Да. А это другой. Саша! Уйди. Я мог бы сейчас чувака затроллить. Блин, которого я пытался убить. Саша, ну да. О! Шанашка. А! Привет! С первым, блядь. Давно хотел его затроллить. Синий костет. Чуваки, вы прикиньте синего кассета бухого просто в говно. Ну или меня. Я троллил чела! Я нашел. Блин, теперь я жертва? Нет! Жертва сейчас выберется рандомно. И это я! Он бегает сперва, если не определился, он просто бегает до кого видит. Не, я сейчас я жертва, у меня скилл появился. А, появился. У меня тоже появился этот скилл. Но я уже жертву убил. Лекса, а, жертва Лёхич. Я говорю. Да блин, задолбали, они снижаются. И не говори. Где он умудрился найти? А, если это Голден дает. Что-то ему кто-то видел. Не кажется. Офигеть тут. Хэппи хаппи. Ты заебал, заяц, закрой свое ебучее ебло, чтоб я тебя вообще... Ну, хоть он не золотое, то есть зеленое. О, золотое. Офигеть. А, ладно. Ай, Паша! С другой стороны, я сейчас, когда его убил, раскачал волк. Конечно. Это хорошо, что я этого дебила раскачал, да? Нет, мое яйцо! Тебя спидут. Иди нахуй! Почему же тогда не хочу быть этим? Я хочу, чтобы в мишени стал кто-то другой. Что? Блин! Я на третьем месте, да ладно. О, я на первом. Я еще умею в этой играть. Я на втором месте, но я не умею играть. Я на первом умею. Балбес. Рубиян. Я... Стоп, а что делать? Сейчас вперед, я что-то понять не могу. А, все. Зачем я кого-то спас? Нет! Нет, хочу зайчика схватить. А дайте мне зайчика. Помогите! Ауч, как видели? Ты не видим. Знание востроко. Паш, это... Блин! А, стоп! Добейте, добейте кого-то! Вы Голден... Нет! 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 Иди нахуй! Иди нахуй! Ты, я больше здесь не видел!
Наш герой погиб. Мои яйца стыкли. О, я так же хочу. Золотое яйцо! Есть, успел. Нет, я хочу жить. Говнюк, я выжил, я летился. Ты у меня все равно чуть ли не меньше всех. Блин, я ж мог купить. А вон кастет. Я убил кастета. Что? А черт. Я их присевал. Там петушок стоял, я кинул на него молот. По словам Кверти, ты же петушок. Вообще-то он говорил про петушка 46. Я не знаю, кто есть. Это ты. Блин, на меня накинули. Или нет? Фак, на меня накинули. Бедный кастет. Найс. Теперь это твоя привилегия. Эй, чё он меня бьёт? Я на Дайса накинул, золотое яйцо. Ее! Моё! Вот ты как я на второе место уже вынесся. Я был почти на последнем. Ага. Кто тут на последнем? Рэмбо Геймер на последнем. Как я на последнем? Я был первым. Чё, почему я жертв? За мной тут целая делегация. Где портал? Портал из зайца. И успел. Мне было 100 хп, я выжил. Сука, заебал. Я бы подставил дайс лола. Ему очень плохо. Блин, офигеть, я на последнем месте. Не уйдет писать карте. Где все золотые яйца, что не искал? У Равшана и Джуншуда, блядь. Равшана? Ну, Равшана и Джуншуд как бы. Равшана? Равшана, я сказал, глухая, ты тупорылая, сойкотиня. Кто такой умный взял, кинул меня? Ну, я умный, но я ни в кого ничего не кидал. О, ты на последнем. Золотое яйцо! Ой, я уже далеко не на последнем месте. Я чуть не понял, ко мне какой-то заяц подбежал, сдох, и у меня получилось. Тут золотые яйца собираешь, и те это... Больше тысяча дамага. Ага, если бы. Ах ты ж... Ах ты ж... Пошел уже на первом. Что заебали голд еги находить? Я вот ещё и говорю. Я один нашел. Мало. Я вообще не находил. Нее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 
Хоть что-то. Павел, чё лол, ты всегда на первом месте. Почему я только что заметил форму устроил? Эй, где мой заяц? А, сейчас Паша стрелит. Может, сольём их, а? Нет! Не хочу, чтобы меня снимали. Так, where? Нет! Фу, что? А! Я... Золотые яйца! Блин! Мама! Я слился. Золотое яйцо! Ты, блин, я... Да, кто меня подставил так?
Рэмбл геймер, Грозич, прощай. А, это ты спасибо, Денис, ты меня убил. Спи кого-нибудь. Ты за это не будешь прощать. Да как так? Нет, иди. Пофиг, у меня был всех. Сколько стоит? Паша! Они... Пип. Чё-то мне никак уже не знать, как мы так быстро вырвали? Всё, я себе... Зачем я щит купил? Я был на первом. Я хочу опять убить кастета. Вон кастет стоит. Кастение. Макс. Кто играет Макс? Паша играет Макс. За неё язвимый. Так, ты что? Ор. Ты ж копить у меня вообще в О, Дайс? Почему в основном только Дайс и я? Что ты понтуешься, монах? Золотое яйцо! Удваивание! А чё мне удваивание не дали? Блядь, ой, я на втором месте. Вы заебали находить голд яйца, блядь. Такие ебаные. Я нашел одно большое золотое яйцо. Теперь я понял, как Паша вырвался на первое место. Он тупо золотые яйца. Как по-твоему? Он... Ух ты, ёбану, за ним бегает. Нет, уйди от меня. Уйди, уйди, на меня накинули эту хренотень. Дайс! Это я. Вот и за это. Ооо, сколько сил. Нет, ну гад, ну не гад я. А, кажется, это сильно. Блин, нет, у него было золотое яйцо, у меня было золотое яйцо, мы слились. Оба. Это что было такое, мне пролетел, потому что мимо меня. И я с хрене слился, у меня... Чуть... Опять кто золотой шкаф? Откуда? Дайс, он все наши яйца забрал. Офигеть, откуда, сука, хитик, ёбаный? У нас были золотые яйца, мы их нашли, он всех стырил. Мы сдохли, он всех стырил. Охренеть, и я опять не смог. Где ты? Я еще и жертву. Я, да? Пошли! Я тебе мстить буду. Куда пошел? Чего вы меня-то бьете? Его бьете, у него куча золотых яиц. Дай себе. Дайс! Козёл, а! Блин, ну всё, спёр! Ну всё, мы тебе все защиты! Ну блин, взял всё, спёр! Этого яйца попадается! Все золотые яйца, их там было около 10! И почему? Спрашивается, он ещё не на первом месте! Нет! О, я чё и говорю, я не понимаю, как он... Золотый ебал прям передо мной, золотые яйца, брать, сука, мудак. Он превратил... Охуеть, он превратил кролика в золотое яйцо, блядь. Куда? Чё думал, безнаказанно будешь его метать всё? Да. А, чё, его бейте, не меня. А, у меня повисло. Тоже. У меня. Что все, следующий раунд. Я на предпоследнем месте. 500 яиц. Спасибо тебе, мой дорогой Дайс. Я был, смотри, у него даже счет 2-2-8. Был на втором. А, голос яйц. Я не больше зачем? Не надо. А, стоп, я возражаю. Ах ты сука! Ты шо, он неуправляемый? Все, я иду за скиллы в голове. Нет! Нет! Что? Кто-то изменял! Нет! Беги! Заблёд мой! А как? Нет, у меня попёр! Кастет! Что я? Мы вообще в какой-то стране поспёрли. Я никого не поспёрил, мне пофиг на вас всех. Дайте мне моё расстояние. Сволочи. Эвил, хоть. Оставь меня на улице.
Тут за да пойду картой вставил. Что, Вов Павел? А, ну да. Козел. Ты порево плохой человек. Паш, смотри, смотри, смотри. Паш. Ну иди сюда. Паш, он... Да какого хуя побежал на нее? Пидорас, блядь. Пидорас-то, а не заяц. Вот я нажимаю, он бежит на эту ебучую хуйню. У нее сильно больше прижать. Да какая разница, ты вообще не стоит. 140 кг, это что я вас пол. Нет, возможно, но... Пашу никогда нельзя выиграть. Да нет, можно, только он будет видеть кого-то другого. Паша, я знаю, как выиграть Пашу, чуваки, но только это уже совсем другая история. Да.